Тираспль – городской дворец культуры. Сегодня здесь собрались победители конкурса «Жемчужинка». Это детсады со всего Приднестровья. Елена – учитель музыки в Рыбницком садике. Победу в конкурсе ей принес музыкальный ритм. Ему Елена учит детей. Моя тема по самообразованию была тоже связана с этим, с ритмом. И наш ритм превратился в игру. Не просто мы развиваем, мы играем с детьми. И это очень им нравится. Весь видеоролик построен на том, как мы с разными предметами, с спортивными атрибутами занимаемся и развиваем ритм. Конкурс провели в пятый раз. Организатор – партия обновления. Участвовали воспитатели, психологи, логопеды. Почти 100 детсадов. Присылали презентации, слайды, ролики. Как работают с детьми? Прежде всего, это обмен вашим профессиональным опытом друг с другом. И мы с удовольствием наблюдали за тем, как вы щедро передаете свой опыт. Мы знаем, что профессия дошкольного педагога, она не для всех. Она уникальна и она единична. Оригинальность, творчество, доброта в работе с детьми – главные критерии, по которым определили лучших. Для того, чтобы поддержать авторитет этой профессии, воспитатель. Малыши приходят в детский сад. 10-12 часов они находятся там без мамы, без папы и без бабушки. Очень ведь важно, кто рядом с ними. То есть этот человек должен быть очень добрый, очень терпеливый, очень внимательный, очень грамотный. Вручили всего 15 наград победителям, грамоты всем участникам конкурса.